Профессия бармена в современном понимании появилась в США в середине 19 века. Как-то владельцы баров решили, что для привлечения клиентов надо не просто превращать напитки в коктейль, а делать из этого шоу. Сегодня существуют даже мировые соревнования среди барменов, где профи со всего мира демонстрируют свои умения во всех аспектах барменского искусства. Конечно, работа труженика стойки – это не только жонглирование бутылками и умение точно приготовить и оформить коктейль. Бармен и врач, и священник, и друг в одном лице. Все клиенты – его гости. Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника, ведь профессия этих людей не менее тяжелая, чем у водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки. Помимо этого, они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет. А еще нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.